Наталья, здравствуйте. Что ж, нам всегда хочется, чтобы лето запомнилось. И это лето может запомниться каким-нибудь особым ароматом. И вот поэтому я прямо сейчас спрошу, какие же смарт-решения есть к этому летнему сезону в плане парфюмерии? Одним из самых свежих трендов нашей индустрии являются парфюмированные татуировки. Так. Это совершенно новый формат парфюмерной продукции. Они супер актуальны для лета, ведь именно это идеальный вариант для солнечной теплой погоды. Ну, то есть тот самый случай, когда у нас открыты плечи, открыты руки, и нам теперь есть чем их украсить. Да, понимаю. Совершенно верно. Татуировки потрясающе смотрятся на открытых участках тела, и летняя одежда к этому располагает. И в жару на разгоряченной коже аромат звучит максимально ярко, и мы буквально можем почувствовать его по ноткам. То есть я правильно понимаю, этот аромат живой, и чем жарче вокруг, чем жарче температура тела, тем ярче аромат, тем вкуснее пахнет татуировка, верно? Да, 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 конечно. А вот на бизнес-форуме вы говорили про аромат Валькирии. Мы тогда смотрели на это все с широко открытыми глазами. Как дела? Как продажи? Рассказывайте. Мы видим, что эти татуировки вызвали огромный интерес у наших покупателей. Мы их запустили в 8-м каталоге вот буквально недавно и практически уже все раскупили. Поэтому в 11-м каталоге в этом формате мы запускаем еще одну новинку, уже полюбившийся многими девушками аромат «Мур-мур». Мы сделали очень милый дизайн. Какой подробности там, хочу, да. Конечно, мы в дизайне отразили нежных игривых кошечек, а самое главное, аромат татуировок повторяет полностью парфюм. Там те же сливочные ириски, кокос и белый шоколад. Все, как мы любим. Все такое вкусное, все такое сладкое, все такое приятное. И очень здорово, что, получается, аромат татуировки не будет конфликтовать, да, с тем парфюмом, который уже есть на теле. Супер! Да, он будет дополнять. Супер. Отличная смарт-идея, мне очень нравится. Попробовать можно будет сегодня? Обязательно. Спасибо. Что ж, друзья, очень давно знаю Наталью и абсолютно уверена, что прийти сюда сегодня в студию Наталья с одной новинкой ну просто не могла. Это не ее стиль. Так что, Наталья, рассказывайте, что есть еще нового. Для лета мы приготовили супер романтичные ароматы. Это особые ароматы. Давайте пройдем к стойке, чтобы можно было про них рассказать. Конечно. Ой, слушайте, какая красота! Это же просто прекрасно! Это, во-первых, очень красиво выглядит. Но в чем изюминка аромата? Рассказывайте. Этим летом мы не могли обойти стороной формат парных ароматов. Они уже давно присутствуют на рынке, но не теряют своей актуальности. И этим летом мы подготовили супер романтичную историю любви. Вдохновением этих ароматов является остров, затерянный далеко в Тихом океане. Самый настоящий. Да, самый настоящий. Так. Это остров, будто самой природой создан для влюбленных. Это остров в форме сердца под названием Таваруа. Так мы и назвали наши новые парные ароматы. И по истории наши герои убегают из шумного города, подальше от суеты, стресса. От забот, от дел, от всего того, что нас напрягает. И они думают, что они попадут на необитаемый остров, а встречают там свою любовь. Этот остров будто связывает их сердца. Сами ароматы очень летние, солнечные, с тропическими фруктами, и они будто погружают в теплые чувства. В этих ароматах наше послание – открыть свое сердце и впустить в него любовь. А я еще добавлю, а вы мне скажите, права я или нет. Мне кажется, когда ароматы парные, это тот самый момент, когда ты можешь заявить всему миру, всей вселенной, что вы теперь единое целое, так? Да, конечно. Они будто невидимой нитью связывают два влюбленных сердца. И мы очень надеемся, что эти ароматы помогут укрепить чувства влюбленных пар, а тем, кто еще не встретил свою вторую половинку, обязательно помогут найти свою любовь.